Сегодня в программе «День открытых дверей», как дозоровцы наркодилеров навестили. Время собирать камни. На границе с Польшей снова нашли янтарь. Поразить мишень, сделать искусственное дыхание и дать отпор нападающему. Командирский десант на полигоне. Независимо от возраста, воинского звания и пола, на этом полигоне неподалеку от столицы повышали профессиональное мастерство военнослужащие администрации Госпогранслужбы. Огневая, физическая и специальная подготовка, тактическая медицина и личная безопасность. По таким основным направлениям организованы учебные площадки, где военные должны доказать, готовы к любой ситуации. Прежде всего, человек должен быть специалистом своего дела. Любой офицер, любой военнослужащий должен выполнять задачи не только в мирный период, но и во время боевых действий, военного положения и особого периода. На точке огневой подготовки экзаменуют действия пограничного наряда во время вооруженного нападения противника. Мы отрабатываем различные элементы работы с оружием, стрельбу с различных положений, с места, из укрытия и в движении, с переходом из автомата на пистолет. В программе не только зачеты, но и знакомство с новым вооружением. На этот раз участники учения осваивали пистолет «Каник» турецкого производства. Оружие специально разработано под патрон «Люгер». Последний, кстати, используется в пистолете-пулемете МП-5. Знаменитый флагман немецкой фирмы «Хеклер» и «Кох» сегодня уже применяют пограничные спецназовцы. На очереди другие подразделения. А это тренировка по личной безопасности и применению силы. Инструктор показывает, как правильно освободиться при нападении. Сегодня это жизненная необходимость, ведь с агрессией нарушителей или контрабандистов пограничники сталкиваются все чаще. Они пытаются действовать любыми средствами. Либо сбежать, либо завладеть оружием пограничника и использовать его против него. Непростые даже для опытных военных упражнения выполняли все участники учений, без всяких поблажек. Как помощник руководителя стрельб на участке, я доволен работой этих офицеров, будь то военнослужащий мужчина или женщина. Службовец человек, что військовослужбовець жінка. Одна из древнейших профессий – охота. Надо же было как-то выживать. Позже люди придумали еще один способ получать провизию – освоили земледелие. А вот за третье место могут посоревноваться преступники. С чего вдруг? Когда наши предки создали первое поселение, а затем города, сразу появились те, кто предпочитали жить за счет других. Впоследствии они организовались в банды с громкими названиями «Мафия», «Якудза», «Триады» и так далее. Во-первых, это красиво. Ну и сообща, людей обманывать легче. Сегодня преступники работают без лишнего пафоса, однако даже глубокая конспирация их не спасает. Недавно пограничные оперативники вместе с сотрудниками полиции, службы безопасности и прокуратуры обезвредили две криминальные группировки, которые орудовали в Одесской области. Специализация преступников – героин, метадон и другие тяжелые наркотики. А все началось на Харьковщине, в пункте пропуска «Пески». Этот респектабельный на вид дедушка приехал из России. Однако впечатление обманчиво, потому что он наркокурьер. В куртке пенсионера нашли 600 граммов героина. А уже через несколько дней в Одессе задержали еще двух членов банды – главаря и драг-дилера. Их схватили во время получения очередной партии наркотиков, прибывшей по почте. Злоумышленники имели при себе огнестрельное и холодное оружие. Во время обыска у них нашли расфасованные на дозы героин и метадон, а также три пистолета. Еще одна операция с похожим финалом прошла через несколько дней. И снова в Одессе. Это подпольный склад другой преступной группы. Ассортимент товара довольно широкий. Здесь держали валюту, ювелирку, оружие и взрывчатку. Но главное предложение – наркотики. Все, как говорится, для людей. Двери тоже надежные, как в банке. Хотя напрасно старались, потому что работает не кто-нибудь, а пограничники спецподразделения «Дозор». А они не шутят. В помещениях нашли большие суммы денег, наркотики, документы и другие доказательства незаконной деятельности. Сеть аккуратно накрыли вместе с организаторами. Сейчас всех их содержат под стражей. За совершенные преступления наркоторговцам грозит до 10 лет смотреть небо в клетку. Кто еще из нарушителей желает познакомиться с этими серьезными ребятами? Желающих нет? Возможно, именно сейчас они идут к вам.
Смотрите далее. Время собирать камни. На границе с Польшей снова нашли янтарь. Разбитая мечта и брошенные сигареты, как курсанты с границы знакомились. Универсальные бойцы. В Черновцах состоялся чемпионат по новому виду спорта. Недавно на украинско-польской границе задержали контрабанду. В пункте пропуска Устилук пограничники львовского отряда совместно с таможенниками решили проверить вот эту скромную легковушку. И недаром, потому что в ней прятали янтарь. Из тайников бусика извлекли целых 12 килограммов драгоценного камня. Водители груз задержаны. Правоохранители, конечно, молодцы. Впрочем, подождите с поздравлениями. Задержание контрабандиста еще не значит, что он будет наказан. Не верите? Вот вам пример. В 2015 году один путешественник по дороге в Польшу также попался на контрабанде 10 килограммов янтаря, спрятанного в канистрах для топлива. Тогда галицкий райсуд Львова конфисковал у него товар и оштрафовал на 209 тысяч гривен. Мужчина подал апелляцию, и дело затянулось на годы. За слишком долгое рассмотрение месяц назад его закрыли, а весь солнечный камень вернули владельцу. И такие случаи не единичны. Может, что-то тут не в порядке? То ли с янтарем, то ли с судебными делами. С первым вроде все хорошо. На мировом рынке наш янтарь сегодня в тренде. А вот Фемида порой кажется не только слепой, но и глухой. В прошлой программе мы рассказывали о курсантах пограничной академии, приехавших стажироваться на Буковину. Тогда группа будущих офицеров только прибыла в подразделение черновицкого отряда. Ребята как раз обустраивались на новом месте. Но и уже через несколько дней им пришлось познакомиться с реальными, а не с учебными нарушителями. Причем последние наверняка были не в восторге. К примеру, в планы четырех граждан Пакистана эта встреча совсем не входила. Они направлялись в Румынию. До мечты оставалось несколько километров. И вдруг такая досада. Пограничный наряд вместе с курсантами академии задержал путешественников на окраине села Аршица. Теперь прощай, мечта. Нечего жаловаться, все по закону. Не обошлось молодое пополнение и без встречи с контрабандистами. Они в этих краях шустрые и опытные. Именно такую группу, азартно штурмовавшую заградительный забор, пытались остановить неподалеку печально известной контрабандной вотчины поселка Красноильск. И хотя поймать удалось только одного представителя местной банды почкарей, убытков последним нанесли немало. 20 тысяч пачек табачных изделий, которые бросили убегающие контрабандисты. Это вам не шутки. Сейчас ищут остальных членов группировки, а курсанты готовятся к следующим встречам и не менее ярким впечатлениям. Перед тем, как попасть на ринг, им нужно преодолеть полосу препятствий, метнуть ножи и попасть в мишень из винтовки. Фишка в том, чтобы сделать это как можно быстрее и без ошибок. Таковы правила универсального боя. Чемпионат Украины по этому военно-прикладному виду спорта в третий раз принимали черновцы. Среди 164 участников соревнований треть пограничники. Спортсмены приехали из разных областей, но самая большая команда из Хмельницкой. В пограничной академии имени Богдана Хмельницкого этот спорт всячески продвигают, так как считают его хорошей подготовкой для будущих офицеров. На ринг универсальные бойцы выходят уже на завершающем этапе. Как видите, испытания не для слабаков. Однако среди спортсменов неожиданно много девушек. Считаете, это не для них? Прочь стереотипы! За каждым участником внимательно следят судьи, ведь по итогам сформируют состав национальной сборной, которая примет участие в чемпионате Европы и Кубке мира. Организаторы уверяют, для Украины универсальный бой – очень перспективный вид спорта. И, наконец, результат. Победу на чемпионате одержала команда из Хмельницкой области. На втором месте – хозяева буковинцы. Ну а бронзу повезли домой одесситы. –